Так, ребятки, привет. Сегодня идем в Walmart. Значит, это Walmart находится совсем в другой части Сакраменто. Это у нас West Sacramento. Тут большой суперцентр Walmart. Я вот приехал к маме. И идем вместе с ней. Ну что, как дела? Тачку брать? Окей. Так, welcome to Walmart, господа. Мы идем сегодня за фруктами для бабушки. Так, бабушка наша хочет погулять по Walmart'у. А то сидит в той квартире, уже устала сидеть. Яблоки вот такие красивые, зеленые, натертые. $1.24 за полкилограммчика. Что? Так давай, может, пакетики наберем? Сейчас выберем, давай дальше пройдемся еще, а там выберем. Так, что еще мы смотрим? Вот это тебе нужно взять, правильно? Да я же вообще не спешу. Блубери, большие пачки брать? Хорошо, две пачки блубери берем. Вот я вижу, эти побольше беру. Нормально. Так, дальше берем что? Вот, малинку берем. Только маленькие, смотри. Сколько брать их? Три маленькие, такие малинки берем, да? Хорошо. Раз, это два. Такие большие. Давай такие возьмем, если такие больше тебе нравятся. Сейчас посмотрим. Одну поменяй. Хорошо. Она, наверное, дороже этой, да? Значит, смотри, это меньше, чем та. Это меньше? Да, меньше, конечно. Здесь получается 510 грамм, а здесь у нас, смотри, одинаково. Здесь 510 грамм тоже. Ну, как сюда это? Окей. Малина, взял, да? Клубнику надо брать или нет? Я давно брала клубнику, я знаю, что-то она мне... Вы решай, говори. Не очень. Не берем, хорошо, идем дальше. Возьми ежевику. Какую ежевику? Вот эту? Возьми две. Две ежевики тебе взять, они по два. Вот такая пачечка, 2,28. В этой одной пачке получается вес 170 грамм. Теперь возьми одну. Гранбери, клюкву взять, хорошо. Клюква стоит, что-то цены не видно, но здесь 277 грамм. Взяли. Вот смотри, яблоки есть вон там, видишь, в пакетах зеленые. Ты хотела именно зеленые? Ну вот смотри. Да, они помельче. Угу. Лучше те взять, да? Хорошо, я возьму тебе этих сейчас. Сколько штук тебе взять? 8 штук. Хорошо, сейчас найду пакет и возьму тебе 8 штук. Так, где же они пакеты дели? Так, ищем пакеты. А, кстати, вот такие есть еще. Что? Ну, органик зато. Что мелкие? Хорошие. Беру такие тебе лучше. Органик 5,47, вот такой пакет. Слив тебе взять. Взять тебе пакетик, да, слив? Хорошо, сейчас наберу тебе сливы по $1.98. Они одинаковые, кстати. Так, сейчас будем набирать. Да не, я сам подержу. На, ты подержи камеру. Вот так, держи камеру, вот так вот. Опа. И все. Вот так вот. Снимай. Будешь снимать. Я буду набирать тебе сливы. Сколько тебе штук их набирать? Можешь 10 взять. Штук 10, да? 4. Я не знаю, что мне денег хватит. Да не переживай, если у тебя не хватит, то у меня хватит. То у тебя есть, точно. Конечно, что ты переживаешь? Точно. Так, что-то мне не нравится. 10 штук хватит? Теперь возьми мне бананы. Бананы тебе взять? Сколько тебе взять их? Вот это. Одну пачку? Хорошо, берем одну пачку бананов. Кстати, здесь вот в Walmart 57 центов за LP бананы стоят. Дорого? Нет, нормально, как обычно.
Так, извините, у нас тут камера летает сегодня. Потому что это не съемка, а закупка продукции для бабушки. Так, куда дальше идем? Да куда? Ага, авокадо, окей. Так, бабушка наша любит авокадо. 40 центов штучка. Ты говорила 50 центов, здесь по 40 есть. Я, наверное, она мне еще дешевле дает. Это тоже они такие. Да, да, по 40 центов все авокадо. Да, я буду выбирать. 4 штучки, вот хорошая, смотри. Сейчас я пакет принесу, подожди. Так, значит, сколько ты там, две взял? Я две взял. А еще три. Так, секунду, вот сюда кидай. И вот этот кидай. Итак, мы взяли 4 авокадо. Авокадо здесь по 40 центов штучка. Ну, такое маленькое. Так, куда дальше? Что еще берем? Дыни, гранаты, ананасы. Давайте взять тебе гранату. Будешь брать, не будешь? Меня угощали, то они такие маленькие. Так брать, не брать? Ну, возьми две штуки. Две штуки берем, давай. Берем тебе две гранаты. Раз. Граната. Так, и какую еще красивую взять? Так, не, вот эту еще возьму, наверное, красивую. Две возьму тебе. Сейчас пакетик возьмем. Апельсины, лимоны, мандарины не надо? Киви? Меня можно взять, но мне хотела есть. Надо подождать. Хорошо. Что-то еще? Да. Ладно, я возьму мороженое, манго. Хорошо. Куда идем? В морозилке? Не, наверное, в выход. На выход? А, смотри. Окей. Да. Сколько взять тебе? Два? Два хватит, чтобы. Два огурца. Так быстро не будет. Что-то мне тут не нравится. Бери, какой нравится. Может, и этот такой самый, все они одинаковые. Ну да, я так думаю. Сейчас возьму пакетик. Так, все, закупились мы для бабушки, немножко фруктов взяли. Вот, идем на кассу. Давай тебе дам деньги. Ага, и сама пойдешь на улицу? Ну, я разберусь сам, да, не надо мне давать деньги, потом дашь. Ну, ты же не знаешь, сколько, и я не знаю, поэтому давай я рассчитаюсь, а потом разберемся. Доложишь потом, если... Хорошо, договорились, давай. Я много не брала. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, иди, посиди. Хорошо. Так, ребятки, значит, смотрите, какая ситуация у меня получилась. Вот это я чуть не встрял. Значит, сейчас снимаю эту маску. Фух. Значит, с мамой вот это я помогал ей загружать все в тачку, потом заплатил на кассе, потом что-то у меня камера не включилась, заглючила, видно. Ой. И я это положил ее в тачку, пришел, разгрузился в машине и сел и поехал. Только когда я уже приехал, разгрузил маму, выложил вещи, до меня начало доходить, что я что-то где-то не вижу камеры своей. Фух, я быстро лечу обратно в Walmart. Думаю, ну может лежит еще в тачке или где-то еще, не знаю. В общем,
история с положительным концом. Я нашел свою камеру. Значит, я приехал в Walmart. Сам, в принципе, уже позвонил домой Назару. Говорю, так, гугли, ищи. Надо разобраться, как нам по GPS ее найти. Потому что в этой камере классная очень опция. Вот на эти случаи, когда где-то теряешь камеру, это GPS-трекер стоит на камере. Поэтому я подумал, ну, если что, мы найдем ее в любом случае. Вот, пришел, проверил, нету в тачке. Думаю, ну, наверное, кто-то ее взял. Пошел сразу же в администрацию, поддержку клиентов магазина Walmart, и зашел, стою в очереди, смотрю, лежит моя камера у них там на прилавочке. Вот так вот примерно получается. Поэтому радостная новость, я потерял и снова нашел мою камеру. Вот, если вдруг Walmart, вы видите мое видео, спасибо вам большое, очень-очень ценю. Вот это прикольно. Не знаю, как думаете, какова вероятность была бы, чтобы, если бы такое произошло в России или в Украине, чтобы вам так вот просто вернули камеру. То есть кто-то из сотрудников просто нашел ее в тачке, подобрал и отнес сразу же в customer service. Вот так вот. Так что GoPro 9 имеет классную опцию, которая вот чуть мне сегодня не пригодилась. Но слава богу, что не пригодилась. В общем, камера у меня опять в руках, все нормально, все супер. Все, ребятки, значит, бабушке мы скупились фруктов на $50. Ну, вот так вот, отвез ее домой. Она сегодня себя плоховато чувствует. Вот, а сам на работу полетел. Все, увидимся завтра, пока.